Всем привет! На телеканале «Россия-1» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Свет в окне». В семье Богдановых круглая дата. Братьям-близнецам Егору и Денису исполняется 30 лет. Их мать Ольга пытается собрать за одним столом всю семью, но ни бывшему мужу Александру, ни детям не до праздника. Александр озабочен своими новыми отношениями. Сыну Денису, помимо сложностей с женой Юлей, грозит скандальное увольнение с телевидения. Младшая дочь Муся втайне от родителей соглашается на суррогатное материнство, чтобы заработать денег на стартап своим бизнес-партнером Тимом. И только старшая Карина пытается сохранить семейную традицию собираться вместе. И ей удается. На праздник съезжаются 3 поколения, включая родителей Александра, Нинель и Бориса, и мать Ольги, Веру. Пустует лишь стул брата-близнеца Егора. Уже 13 лет, как он погиб, и семья распалась. Премьера 16-серийного сериала «Свет в окне» состоится 13 мая на телеканале «Россия-1».